Эй, здоровенько, с тобой доктор Борода. Продолжаем играть в Бэдлендер. Сегодня с тобой продолжим убивать отряды. Пойдем соло против отрядов. Так что давай не будем затягивать. Не забудь, пожалуйста, про свой могучий лайкосик. Подписочку, если еще не подписан. Погнали! Ух ты, просто в попе мира. По-любому рядом еще кто-то есть вон там. Здесь кто-нибудь. Какой-нибудь отрядик. Так, нам супер срочно нужен ганчик. В первую очередь нужен ствол. Иначе мы просто пососем бебу. Так, ну пистолет хотя бы. Хотя бы пистолет. Хотелось бы, конечно, что-то получше. Что-то полу... Ой, точнее, автоматическое. Поливающие, всякие ресурсики. Ёпт, студей, ты смотри, вот это патроны. Вот это на винтовочку нам бы сейчас. Так, здесь никто не подбегает? Вроде нет. Так, кстати, бывают вот здесь нычки. Ну, типа, с нормальным лутецким сундучок лежать может. Опа. В тебя-то я их и воткну. Да, отсюда вытащу еще. Давай, 15 делаю уже. А, 20 у нее даже, отлично. Это обычный ресурс. Так. Нужно в эту сторону нам направляться. Ну еще сейчас немножечко здесь посмотрим. Через те здания пройдем, потому что УЗИшечка как бы мне не нравится. Даже если в нее патроны хорошие запихать. Не очень я располагаю к УЗИ. Так, давай вот так местами поменяем. По здесь за воротами челик. Да-да-да. Да беги, 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 беги. Через стену стреляешь. Бот, что ли? Так, вдруг его куда-то уполз. Синенькая, отлично, нам как раз синяя надо. Так, пулик. 74 патрона, хорош. Так, так, так. На дробаш убираем. Хотя ладно, пусть лежат. Бандажики. И обойму на всякий случай. Вот он, братишка его. Ой, хорош тоже. Тоже синенькими. Так, давай, наверное, ботиночки вот сюда. Потому что мне они нужны для крафта. Синих ботиночек. О, фиолетовых ботиночек. Обычно без навесиков, понял. Блин, ну пулемет, конечно, не самое мое любимое оружие. Вообще далеко не самое любимое.
Ну что делать, 74 патрона на нем. Я бы, конечно, с удовольствием поменял его на какой-нибудь скар. На скар те же патроны. Хорошие рисики лежат. Так, тачка здесь заспавнилась. Так, ну я на нее не пойду. Потому что пока я буду мочить ботов, у меня закончатся патроны. Что их, в принципе, мало. Либо придет отряд какой-то и размотает меня. Да, у меня уже закончатся все патроны. Тут неплохо какой-то отряд, если бы, допустим, рашил автомобиль. Принять отряд. Ну, так уж это, извините. Очково, когда не слышишь никаких выстрелов, звуков, замесов. Так, здесь типок точно один есть. Опа, бот по нему стреляет, да? Бот на третьем, да? Через крышу, да, на этого чувака. Ниже. Так, бот загрелся на челика. Да, он побежал. Так, вообще странно. Здесь это Сидун. Но он не на меня загрелся, это точно через все здание. Здесь кто-то сидит. Нет. Так, можно бота с кольта убрать. А, он вот кого-то убил. Батас убил чувака. Очень странные дела. Давай посмотрим, что у чувака. Хороший, хороший. Все синенькое. Ой, зелененькое у него. Прям хороший. Так, это забираем, это забираем. Морфин. Морфин, то есть. Для создания аптечек. Так. Блин, с пулемета, конечно. Меня разложат. Так, 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 это четверочка. Четверочка. О, отметить. Вот так можно, нажал. Оп, оп, оп. Так, единичка, наверное, будет за деньги появиться где-то. Я, пожалуй, предпочту через четверочку уйти. Ауч. Где же прячутся все? Нифига, фиолетовые потрошки нашел. Так, 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 давай вот это сюда. Ладно, не лезет. По в этом доме чуваков слышу. Так. Главное же, чтобы они меня через окно не запалили. Давай, давай, давай вот сюда. Оп.
Так, у меня есть одна вот такая граната. А как переключиться? Вот, еще раз нажал. Ага. Давай-ка для прикола вот так закинем. Может, ребята, чекать? Такой типа байт. Опа, он не поворачивает мышкой, когда вот так близко, прикинь. Смотри. Не могу повернуться. Только через альт вот так осмотреться. Опа, слышу. Чувачок там слушает. Опа. Так, нам чел. Спокуха. Тут, видимо, убегает или что? Нет, там бегает по дому. Пытается меня высмотреть. КМчик. Так, 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 так. Короче, беру АКМ. Беру вот эти патроны, вот эти вытаскиваю. Так, нужно сначала... Я запомнил наконец-то, что нужно сначала пушечку выбрать. 8 этих. Нет, это вообще не рентабельно. Давай вытащим. Сюда засунем. А это вот сюда. Это что? Калим. Нормально. Так, так, так. Забрать бы вот эту винтовочку с собой. Ну да ладно. Так, здесь есть чёрт. Слышу его, в этом здании бегает. У нас открылась четверочка. Так, ногу одного. Друг его спрятался. Так, один минус, это хорошо. Где его друг? Он же не умер. Где его братик, братишка? Ага, вижу. Вижу, 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 вижу. Вот здесь шевелился. Ну, как раз здесь вышки друга своего видно, турпецкий. Так, 3 минуты. Разобрать бы этого челика, и можно было бы уходить. Так он мне не даст по-любому. По-любому не даст уйти. Так, калаш взял быстро в руки. Вот это напряженочка. Куда ты? Блин. Обезболивающее у нас потом будет жизнь отниматься вроде.
Кажется, он вот здесь вот суетился. Ладно, надо смотреть, чекает он своего друга или нет. Мне кажется, он там засел. Так, давай вот тут. Епс, тут да у него все синее, ты что? Ты что? Давай, давай, быстренько, быстренько набираем. Челик. Просто руки трясутся. Все, нам надо уходить, у нас просто миллиард всего. Тут что, возможно, эвакуацию будет кемпить? Дружище этого паренька. Или он просто убежал, ливнул, типа. Спасись со своими вещами. Так, все, давай, давай, давай. А где точка? Все, прикинь, единичка. 2 минуты. Я не добегу, да? Все, убираем оружие. Я не добегу. 120 секунд. Я не добегу. Ёб твою мать, я заигрался, засмотрелся. Да. Я проебал время. У нас просто полная сумка всего нужного. Блин, минута 30, я не знаю. Я не знаю. Уже просто бегу, но пофигу. Не смотря по сторонам. Все, бежим просто до зоны. До эвакуации. Я не знаю, не знаю, добегу. Добегаю вроде как. А вдруг кто-то кемпит точку эвакуации? Может, какой-нибудь обиженный друг? Как вот этого челика. Сейчас я причехлил, товарищ его убежал куда-то. 60 секунд, минута. Давай, давай, давай. Я пытаюсь смотреть, конечно, но, блин. Так-то успеваем, все хорошо, успеваем. Сим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, напряженная вообще ситуация прям. Е-е-е, братишка, мы эвакуировались, разложили пару отрядов. Налутали с тобой просто миллиард всего. Теперь у меня есть пушечки, потому что... О, плюс 4000. Потому что у меня не было вообще стволов. Ой, смотри, ляпота. Много всего, ресурсики, шмоточки, прицельщики. Отлично. Просто отлично. Итак, дружище, это было соло против отрядов Badlanders. Спасибо, что был со мной. С тобой был доктор Борода. Пиши, пожалуйста, комментарий, как тебе?
Пока.